Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, встал вопрос. Ну, как вы знаете, я собираю легкоходную снарягу для путешествий. И у меня встал вопрос, естественно, о мыльно-рыльных принадлежностях. И, в частности, о мыле. Я стал информироваться и узнавать вообще, что на этот счет есть. Может быть, есть какие-то легкоходные средства специальные. Да, я наткнулся на очень интересный экземпляр. Их существуют различные бренды, то есть есть No Name. Я заказал себе No Name, вот такое листовое мыло, да. Сегодня будет, в принципе, речь идти о нем. Сразу скажу, почему я отказался от каких-то жидких мыл или шампуней. Ну, банально потому, что они содержат воду, а эту воду вам придется таскать с собой. Поэтому я искал какие-то более интересные решения и вот наткнулся на подобное. Я заказал себе и сегодня буквально протестировал это в деле. То есть выглядит это примерно вот так. То есть это такие листочки. То есть они буквально как тонкие листочки бумаги, лепестки бумаг. Да, вот, я сразу несколько вытащил, да? То есть, пока они сухие, они такие, ну, напоминают чем-то резинку, что ли. Но стоит им намокнуть, они превращаются в полноценное мыло. То есть, можно помыть руки, помыть лицо, все что угодно. Я даже сейчас затестировал и постирал носки. Стирал специально в холодной воде, то есть, имитировал, допустим, какую-то речку или озеро, чтобы посмотреть, как оно будет. Ну, в принципе, конечно, не так комфортно, как в горячей воде, но все же мне удалось постирать носки. И я вам скажу, нормально. В принципе, я просто взял по лепесточку на каждый носок и начал их активно тереть. Ну, в общем, как обычно, ручная стирка. Все получилось. Так что мне понравилось. Поэтому я с удовольствием буду их использовать. Я говорю, существует различное количество всяких там брендов, есть дорогие, есть там чуть ли не для каждой части тела, там для левой ягодицы, для правой ягодицы, для лица, для волос. Ну, а по сути-то я больше чем уверен, что это в принципе одно и то же. Ну, просто такой интересный маркетинг. Опять же, почему я взял именно такое решение? Казалось бы, да? Упаковка тоже ведь имеет вес, и для легкоходства это тоже как бы немаловажно. Например, в пустую такую вот упаковочку можно запихнуть классическое мыло, скажем, ну вот это я в каком-то отеле где-то когда-то взял, а там мыло весит буквально, что-то сейчас скажу, буквально 10 грамм, ну если без упаковки. И оно отлично входит сюда, вот как раз в эту упаковочку, как вы можете видеть. То есть, вы можете взять обычное мыло или любой обмылок от обычного мыла, да, вот вы моете, и у вас там осталось чуть-чуть, вы раз сохранили его, а потом просто засунули вот в такую упаковочку и взяли с собой, ну, вообще, хоть куда, хоть на природу, хоть на выходные, хоть в длительный поход. А стоят они реально копейки, то есть, ну, на всем известном сайте их можно заказать там. Они реально копеечные. Я вот себе заказал такой пакетик, тут целых 10 таких упаковок. В каждой упаковке по 12 лепесточков. В одну такую упаковку можно легко уместить содержимое трех таких упаковок. Ну, чтобы не таскать три разные упаковки, а можно достаточно просто их сложить все в одну упаковку, и они там замечательно поместятся. Но, опять же, бытует мнение, что у других блогеров, когда я тоже смотрел обзоры, они говорят, что есть такой, ну, шанс, что попадет влага, и они просто тупо слипнутся между собой. Допустим, если вы влажными руками начнете туда лезть, или вообще будет какая-то сырость, и попадет просто влага, как я уже упомянул, да, когда при попадании влаги они превращаются в мыло, то вот эта вот стопочка аккуратненькая превратится просто в обычный обмылок. Поэтому я не знаю. Я, скорее всего, буду использовать вот в таком виде. Может быть, даже закажу еще отдельно подобные мыло. Да, я смотрел, на Амазоне, например, продают. Можно заказать там оптом там 10-20 штук вот подобного формата. И такой вот формат с собой брать. Я думаю, такого мыла, ну, сколько, на неделю хватит. Должно хватить. В принципе, если вы где-то на стоянке, там, идете в туалет, там, обычно на заправке или где, там есть всегда мыло. Поэтому надобность пользоваться своим отпадает. Единственное, где вы будете пользоваться своим мылом, это только исключительно в этом, в диком кемпинге. То есть,
если у вас будет палаточный лагерь где-нибудь там в лесу, на берегу озера, там, речки, то есть где вы будете действительно вдали от цивилизации. Вот только там вы будете, в принципе, им пользоваться. Потому что во всех остальных местах, будь то отель, заправка, обычный кемпинг, там, как правило, это все присутствует. Поэтому надобность отпадает. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать про это мыло. Больше о нем говорить, в принципе, нечего. По сути, честно, я взял его вот только из-за коробочек. Коробочки мне понравились, показались практичными. Ну, и так тоже буду использовать. Бывает просто, когда едешь даже хоть на машине, хоть на мотоцикле, на автобане, заходишь в туалет, и там, ну, допустим, или мыла нет, или еще что-нибудь. И можно, конечно, санитайзер использовать, а можно и вот это мыло. В общем, да, ребята, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, важные и не очень важные. Ну, мне вообще ваши комментарии, конечно, всегда важно понять вообще ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Естественно, интересно. Ну, опять же, это никогда не повредит продвижению канала. Если вы хотите просто мне помочь, как бы продвинуться немножко в Ютубе, то не поленитесь, пожалуйста, напишите комментарий какой-нибудь на ваше усмотрение. Ладно, ребята, всем спасибо еще раз. До встречи.